Всем привет! И сегодня в нашем обзоре внешний бокс для жесткого диска или SSD накопителя от китайской компании Orica стоимостью 350 рублей. Бокс поставляется в картонной коробке, на передней стороне которой имеется изображение самого бокса, а также краткие технические характеристики. Максимальная скорость передачи данных 5 гигабит в секунду, работа с дисками форм-фактора 2,5 дюйма, поддержка USB 3.0, а также безвинтовое крепление. Внутри коробки имеется USB 3.0 кабель, инструкция на китайском и английском языках, а также сам бокс. Вот так выглядит кабель. Так выглядит инструкция. Так выглядит бокс для жесткого диска. Изюминкой устройства является прозрачный дизайн. Благодаря такой конструкции через прозрачный пластик можно легко увидеть как внутреннее устройство самого бокса, так и его содержимое. К сожалению, пластик такого типа легко царапается, и со временем внешний вид бокса может немного испортиться. Для тестирования скоростных характеристик будем использовать SSD-диск от компании Kingston с пропускной способностью SATA интерфейсов 6 гигабит в секунду и максимальной скоростью чтения записи 520 и 510 мегабайт в секунду соответственно. Благодаря безвинтовой конструкции монтаж диска выполняется вручную, без использования какого-либо инструмента. Бокс имеет синий и красный световой индикатор. После подключения устройства к компьютеру загорается синий светодиод, а при работе диска – красный. По причине того, что SSD-диск был позаимствован для теста из основного компьютера, тестирование пришлось проводить на планшете Surface Pro 3-го поколения. К сожалению, питания USB-порта планшета не хватило для нормального функционирования бокса. Для стабильной работы пришлось воспользоваться следующей схемой. К планшету подключаем USB 3.0 хаб монитора с питанием от сети и уже через монитор подключаем сам бокс. Для тестирования будем использовать программу Crystal Disk Mark, измеряющую последовательную и случайную скорость чтения записи накопителя. Выбираем диск и нажимаем All для начала тестирования. В итоге максимальная скорость чтения устройства составила 251 МБ в секунду, а максимальная скорость записи 268 МБ в секунду. По результатам теста видно, что бокс хоть и показывает впечатляющую скорость передачи данных, но все же не дотягивает до заявленных показателей в 5 гигабит в секунду. Возможно, причина такого результата в запутанной схеме подключения диска к планшету. Возможно, дело в самом планшете. Отмечу лишь, что встроенный в Surface Pro SSD-накопитель показывает скорость на уровне 500 мегабайт в секунду. Резюмируя все вышесказанное, в целом бокс производит приятное впечатление и за свою цену, думаю, станет отличным выбором. Плюсом устройства я бы отнес хорошее качество исполнения, оригинальный внешний вид, а также скорость работы устройства. Минусом я бы назвал только подверженность корпуса разнообразным потертостям и царапинам, которые со временем могут испортить внешний вид устройства. Ну что же, это был обзор внешнего бокса для жесткого диска или SSD-накопителя от компании Orica с сайта AliExpress. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!